Здравствуйте, Виталий. Это видео про ваш объектив с уже установленным одуванчиком Лушникова. Вот он ваш объектив. Вот одуванчик. Сейчас я его проверю в моей камере. Очень аккуратно вставляйте объектив в камеру, чтобы не сломать одуванчик. Совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. И поворачиваем до защелкивания. Я запрограммировал фокусное расстояние, среднее значение 120 мм. И диафрагмы от 2,8 до 32. Когда вы будете работать с одуванчиком, вы ставите на автоматическое положение диафрагму на 32 на камере, на объективе. А в камере просто выбираете ту диафрагму, на которую вы будете снимать. И она отработается камерой абсолютно правильно. Вынимать тоже очень аккуратно. Объектив у вас тяжелый, поэтому очень легко можно выломать одуванчик. Итак, одуванчик готов. И завтра я его уже смогу вместе вам с объективом отправить обратно. Спасибо за внимание.